Не люблю я все эти крендели, говорит художница о юбилейных датах. Спасибо, что живу. Количество персональных выставок тоже не припомнит, потому что организовывать их приходится себя заставлять. Но в одном она уверена, в библиотеке ее работы экспонируются впервые. Ими публика не избалована, оттого открытие этой выставки для многих стало настоящим событием культурной жизни города. Между тем, в мире искусства Валда Межбарды признанный мастер. Ее работы украшают художественные каталоги «Историю искусств Латвии». Даугавпилс очень повезло, потому что из той плеяды художников, которая у нас образовалась в начале 70-х, и это отделение даугавпилсских художников, которые сегодня разлетелись не только по Латвии, но и по всему миру, и, в общем-то, удачно существуют в искусстве, имеют стабильное место в искусстве, что Валда осталась здесь, осталась в городе со своими чувствами, со своим талантом, со своим высоким профессионализмом по отношению не только к тому, что она делает и создает, а по отношению вообще ко всему, что рождает искусство. Работы живописца специалисты причисляют к экспрессионизму, основанному на реализме. Ее почерк настолько узнаваем, что спутать невозможно. Своей излюбленной темой сама автор называют окна. Через них открывается путь к людям и душе художника. В экспозиции представлены работы из фондов Даугавпилсского музея и личных архивов художника, в основном портреты. В них ей важно отобразить душевное состояние героев. Мне нужен именно образ, который я уже создала, а там не про вечную или не про вечную красоту. Я не люблю таких тем. Тогда это получается работа пустую. Мы стоим сейчас на фоне вашего автопортрета. Вот что вы хотели здесь? Какое настроение у вас здесь на автопортрете? Ну, это тоже такая довольно сложная, довольно такой трагический период для меня в том отношении, что, ну, в то время опять мне было очень нелегко на душе, да, ну и это вот так выливалось таким образом. Выставка картин Валда Межбарды открыта в Латгальской центральной библиотеке до декабря.